Шеф-повар Максим Григорьев. Курица а-ля лимон. Приготовим целую запеченную курицу в духовке, настоянную на лимонном соусе со свежими кориандром, листьями лаванды и травы карри. В маринаде курица должна простоять в холодильнике не менее 5 часов. В итоге получим праздничное блюдо или преподнесем сюрприз семье, не дожидаясь особенного случая. Время приготовления – 1 час 10 минут. Ингредиенты. Имбирь свежий 2 чайные ложки. Кориандр свежий 10 грамм. Курица целая 1200 грамм. Лаванда свежая 10 грамм. Лимон 3 штуки. Лист карри свежий 5 штук. Масло сливочное 3 столовые ложки. Перец чили сухой 1 штука. Соль 1 чайная ложка. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Подготовим ингредиенты. Курицу готовую к запеканию, лимоны для цедры и сока 2 в курицу, 1 для цедры и сока, чили свежий или сухой, имбирь свежий около 4 см корешка, зубки чеснока, масло сливочное и соль. Травы, кориандр свежий, веточки лаванды с листиками и веточки с листиками травы карри. Шаг 2. Очистим чили от семян и нарежем на маленькие кусочки. 2 лимона на рожом на пластинке. 1 лимон, отделим цедру и выжмем сок. Шаг 3. Курицу промокнем салфеткой. Аккуратно ножиком освободим кожу курицы от мяса, стараемся не повредить кожу, чтобы было как можно меньше разрывов. Шаг 4. Под кожу засовываем кусочки лимона и половину нарезанного чили. Распределяем равномерно. Шаг 5. Вовнутрь курицы поместим половинки от выжатого 1 лимона. Шаг 6. Для маринада смешаем сок, цедру, натертый мелко имбирь, выжатый чеснок через пресс и оставшийся чили. Шаг 7. Нарезаем мелко травы. На фото, посередине кориандр, слева веточки лаванды и справа травы карри. И добавим их в соус. Шаг 8. Со всех сторон обмазываем курицу маринадом. Накрываем и уберем в холодильник, минимум на 5 часов. Шаг 9. Затем солим и поливаем сверху растопленным маслом. Шаг 10. Запекаем в заранее разогретой духовке, при 200 с, около 30 минут. Затем повышаем до 220 с и готовим до полной готовности, еще 30-40 минут, в зависимости от размера вашей курицы. Время рассчитано для курицы в 1 килограмме 200 грамм. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.